Магазин «Лама» – справжня обитель хутра, тепла і краси. Тут зібрані усі модні моделі шуб з натуральних високоякісних матеріалів. Норка, тхір, бабак, бобер, мангуст, лисиця, мутон, песець і безліч інших різновидів хутра, яке можна побачити, помацати, приміряти і придбати саме тут, в магазині «Лама» на Преображенській, 49. Мы очень-очень стараемся сделать каждую женщину счастливой, которая попадает в наш магазин. Мы ей подберем образ, мы ей подберем шубку, мы ей подберем аксессуар, мы ей сделаем подарок, она уйдет всегда довольная. Вот. И это наше отличие. То есть мы относимся к каждому клиенту очень индивидуально. До речі, на днях «Ламі» виповнилося 3 роки. Привітати власників магазину прийшли постійні клієнти, друзі і партнери крамниці. В житті має бути більше радості. І магазин «Лама» – це магазин, який дарить нашим любимим дамам радості. І сьогодні, в день рождения магазина, цього самого пушистого, самого м'якого і самого ніжного магазину в місті, і його очаровательну владельцю, мені дуже хочеться поздравити з цим праздником. Вроді б небольшим, а трьохлетнім возрастом, але при цьому за 3 роки я знаю, що ми знайомі з першого дня, за цей возраст дуже багато жінок дійсно обрели здесь свою радость. Успех и процветание – это самое главное. И побольше клиентов. Есть заведения, в которые очень сложно просто прийти, что-то приобрести, уйти и забыть. И Ксюша, наверное, тот человек, к которому можно прийти в любое время, просто выпить кофе, пообщаться, да, получить море удовольствия, плюс еще побаловать себя шубой, сумкой, кошельком, перчатками. Я не знаю, ну вот, то, что иногда просто женщине необходимо. Ксения начала работать с ведомыми, с ведущими брендами турецких производителей. Это большой шаг к успеху, потому что это известные бренды Пунта и Джилберти, его знают во всем мире. Она начала завозить хорошие брендовые сумки, аксессуары. И это каждая женщина, которая попадает в этот удивительный мир, она может просто полностью себя преобразить с помощью того, что все в этом магазине есть для самой красивой и модной женщины. Достойное место, достойные вещи. И я считаю, что любая себя уважающая женщина, украинская одесситка, должна одеваться вот в этом магазине. И вот в эти вот прекрасные, мягкие, дорогие меха. В магазині представлений величезний асортимент дублянок, курток, жилетів, сумок і різних аксесуарів. При такому широкому виборі зупинитися на чомусь одному не так же й просто. Однак цю проблему допоможуть вирішити професійні продавці-консультанти, які мають індивідуальний підхід до кожного клієнта. У нас, конечно, больше домашние такие душевные отношения с нашими покупателями, даже которые перерастают в дружбу. Наши покупатели становятся потом нашими друзьями, которые приходят к нам в гости, которые получают гарантию на весь товар. Если что-то, не дай бог, происходит по причине фабричного брака, мы все восстанавливаем. А также мы дарим постоянно подарки, скидки. Они знают, что они приходят в Ламу, как к себе домой. И нам в жизни чего девочкам не хватает иногда, особенно бизнес-девочкам? Не хватает мягкости. И вот когда нам нужна мягкость, мы приходим к Ламе и всячески тактильно присоединяемся. Да, нам психологи назначили в неделю по новой шубе. Да, и нам приходится очень сильно работать, очень быть успешными бизнес-леди. И чтобы мы могли себе позволить неделю новую шубу, для того, чтобы мягкость, если хотя бы не внутренняя, которая бизнес-леди компенсирует тяжело, то хотя бы внешнюю мягкость мы здесь полностью восполняем. Вот Тарасова, вот, пожалуйста. Тарасова, Ольга Тарасова, тоже бизнес-вумен, которая пришла за очередной порцией мягкости. Раз в неделю? Раз в неделю. Только в Ламу раз в неделю, и мы еще участвуем в конкурсе и надеемся выиграть iPad. Поэтому сегодня была приобретена вот такая белая, красивая, мягкая шубка, практически норка-зайчик. Цього дня магазин «Лама» порадував своїх клієнтів 20% знижкою на усі моделі нової колекції. І це ще не все. Кожен покупець прекрасної шубки міг узяти участь в розіграші святкового набору з iPad Mini 4 і iPhone SE. А ще усіх чекало шампанське, фотосесія, подарунки від партнерів та прекрасний настрій. Ілля Калмиков, Наталя Савчук, новини GNews.